Всем привет! Сегодня у нас с Костей разная еда. У меня шашлык, картошечка на гриле с укропом, огуречки соленые и кетчуп. У меня много вкусностей, это с KFC. И булочка с чесноком и сыром. Пахнет обалденно. Здесь я заказал крылышки, наггетсы, картошечку фри, бургер и сырный соус. Пить я буду сок. Я пью водичку. Всем приятного аппетита! Давайте все выложим тут. Да, чтобы было все видно. Шашлык. Ой, что-то упало. Упало, да. Крылышко. Все, шашлык свиной. Достану. Опа. Далеко не укатился. Угу. Так, бургер уже немного подразмяк. Сыр растаял. И картошка. Снежана не хотела есть со мной фастфуд и решила взять себя шашлычок. Я, кстати, тоже на него одним глазом поглядываю. Пробую, очень вкусный. Нет, сначала давайте я съем все свое. Кстати, по-моему, наггетсы появились недавно, да? В KFC. Потому что я рекламу видел. Корнишоны. Чуть непонятно. Хочется остреньких наггетсов. Здесь сырный соус затерялся. Раньше очень сильно любила KFC картошку и острые ножки. Сейчас чуть не ем. Не хочется. Так, Beautiful Life первый вопрос пишет. Кто-то обиделся, что мы не ответили комментарий на в том видео с пастой. Исправляемся. Приветик, я очень рада за вас. Ваш первый влог, который я посмотрела, офигенно. У меня такой вопрос. Кто вам сделал шарик с таким наполнителем? Шарик мы заказывали в Казани. Я думаю, их много где делают, да? Потому что мы по Инстаграму искали. Мы сначала хотели в одном месте заказать, но там не получилось, и заказали в другом, и очень этому рады. Очень понравилась работа. Может, даже быть, отмечу где-нибудь вот здесь их. Понравилось мне, как сделали. Я все думаю, как они туда засунули мелкие шарики. Как же это сделать, шарик в шарик засунули? Наверное, сначала большой шарик надувается маленькие, заполняется маленькими. Не знаю, как это делается. Шашлык очень вкусный. Мягкий. Попробуй, какой вкусный, поговорящий. Я вот смотрю, вот этот кусочек здесь рисуется красивый. Очень вкусный. На свинину не похоже. Это шея. А, шея? И шейки, да. Здесь она такая нежная. Как будто остренькая, да? Вкусный очень. Так, второй вопрос. Наташенька Душка задает. Ура, поздравляю, такое счастье, тоже жду малыша. Только пол узнаю аж через 10 недель. Так, хочу, чтобы была девочка, сынок у меня уже есть. Поздравляем тоже, Наташа, большое тебе. Поздравляем. Надеюсь, все будет. Снежана. Так, наверное, да, интереснее, когда уже люди ждут определенного ребенка. Да. Когда уже есть. Так, Снежана, у вас вообще не было токсикоза? Вот мы с Костей, когда ехали, об этом разговаривали. У меня не было. Вообще нет. Два раза только, да, было? И то это... В машине. Больше, да, из машины, может, укачало там. Еще что-то. А так слышу, как некоторые беременные мучаются. Такого не было. Сегодня книгу читала. Называется «Я беременна, что делать?». И там написали... что 90% женщин мучаются от токсикоза. Снежана попала в 10% везучих. Я рада, что у меня не было. Острые какие сегодня. Угу. Первый раз замечаю то, что каждый раз по-разному острота. Иногда бывает очень острый, иногда бывает вообще не острый. Сегодня очень остро. Сегодня прям так хорошо, да.
булочки, шашлык, картошку купили в Спаре. Вкусно. Так, Розочка пишет. Как вы поняли, что вы беременны и решились пойти на УЗИ, токсикоз напомнил о себе. Про токсикоз ответила, что его вообще не было. Как показывают же в фильмах, девушка берет, бежит к унитазу и понимает, что беременна. Я такого не было. Но я чувствовала. А потом сделала тест и показалась слабая полосочка. Сделала еще один. Тоже показала. А потом купила, сейчас знаете, наверное, уже так, как сказать, вперед шагнула, да, что электронные тесты можно сделать. Я сделала электронный, и там прямо словами было написано «беременна». И потом мы еще поехали на УЗИ, угу. Да, чтобы подтвердить. Хотя, наверное, это можно было и не делать. Нет, наверное, надо делать. Но кто-то сдает анализ вот этого очага, и он показывает беременность. Мы, чтобы удостовериться, так сказать. Но мне, если честно, до конца не верилось. Первый раз я поверила, наверное, только на первом скрининге, когда уже ребёночка увидела. Очень вкусно. Там, кстати, еще про срок тебя, по-моему, спрашивали, да? Кто-то писал там. Дойдем до этого вопроса. Вот, какая у вас неделя? Это пишет П. Аскерова. На сегодня 20 недель и 4 дня вроде уже. Ну, приблизительно 20 недель. Да, огурец какой-то не очень. Не свежий. Угу. Хотя из банки малосольные такие. Может, уже заранее испортился. Такие хрустящие. До засолки. Не хочешь что-нибудь попробовать? Картошечку ешь? Не хочу. Ешь. Смотри, неаппетитно выглядит. Почему неаппетитно? Смотри, какая красивая. Еще был комментарий 2-3 месяца назад, что мы как будто не говорили, что мы не планируем детей, и потом выставляем видео, что я беременна. Да, но мы прям так сильно не планировали, то есть... Как бы мы были и не против. Ну, такой прям подготовки, чтобы идти в больницу, как некоторые идут, сдают анализ, у нас не было. То есть как-то так получилось сама. И мы этому сейчас уже рады. Очень рады. Кто-то пишет, наверное, вы не хотели рано говорить, потому что боялись суеверий. Нет, как-то просто хотелось все в свое время сделать. Да, уже какой-то, когда была точная определенность. Когда анализы все. Все. Какие острые крылышки вкусные. Бургер что-то весь смялся. Прям жирком попался. Не любишь такой или любишь? Вкусно. Так, Вики Покория пишет. Боже мой, я так рада, как будто сама беременна. Я предполагала, что Снежана беременна, думала так просто про всех пар. Так, нас поздравляют здесь. И она пишет, вы уже придумали, как назовете сына, как отреагировал Костя на беременность, сколько планируете ребятишек. Так, давайте по порядку. Имя мы придумали, говорить не будем. Мне кажется, в начале беременности я уже знала, как я хочу назвать. Давно, кстати, мы об этом уже думали. Да, давно думали уже. Пока что остановились на одном варианте. Больше как будто и не рассматривали, да? А там уже, если честно, будет видно, мы никому не хотим пока говорить. Даже знакомым, родственникам. Потому что, знаете, у каждого, так сказать, найдется свое мнение. Свой вкусные имена. Как Костя отреагировал?
На беременность. О том, что я беременна, первое я сказала Косте. Но я ему и сказала, что я чувствую, что я беременна. И Костя встретил, купил тест. Я взял два разных еще. Но я чувствую, одному не верила. До теста уже, что беременна. Я не знаю, как это объяснить. Наверное, беременные меня поймут. Но чувство было. Как я отреагировал? Ну, в принципе, нормально. Мне как-то было радостно и в то же время волнительно. Мне тоже было волнительно. Сразу ведь много мыслей наплывает. Что дальше делать? Как быть? Какие-то планы, которые на жизнь строили, приходится их редактировать. Мне кажется, мы уже находимся в таком возрасте, когда вот именно и надо... Пора. Надо пора заводить детей. Осознанно, да, уже? Спрашивают, сколько лет нам. Мне 26. А мне 25. То есть уже мы уже к этому пришли, так сказать, осознанно. Я всегда хотела родить ребенка летом до 30, и чтобы это был мальчик. Роды мне, кстати, ставят предварительные на июнь. На конец июня. Классно, летом. У нас у всех, получается, будет летом, да, день рождения? Угу. Но у меня весной, как уж у меня не летом, весной. Не, лучше попробуйте. Ты, кстати, даже не предложил, почти весь хомячил. Не хочу, я так мясо наелась. Сколько планируется ребятишек? Да. Вообще, я бы хотела мальчика в идеале, и потом девочку. Наверное, двоих. Ну, пока что надо одного еще, да? Угу. А там уже будет видно. Вот еще один вопрос, какой срок также спрашивают. Так, Альберт пишет. Поздравляю, это первая беременность. Сколько вам лет? Да, это наша первая беременность. Мне 26, Косте 25. Какая вкусная пина. Как слушаю людей, рассказываю, что все, мне кажется, раньше больше детей рожали. Как рассказывают, что в семье там было 11 детей, 10 детей. Мне кажется, сейчас для нашего времени это редкость. Ну и тогда, мне кажется, редкость была. Ну хотя... Тогда, наверное, чаще, да, побольше детей делали. Кусочек съем, шашлычка. Картошечку кушать тоже. Просто, мне кажется, раньше, когда в семье так много было детей, старшие воспитывали младших. Я даже девушку-блогера одну знаю. Она говорит, что пока она не хочет детей, потому что у нее в семье было очень много детей, и она все детство занималась братьями и сестрами. Да, остался у нее осадочек, да? Не знаю. Нанянчилась, хватит. Я никогда не держала грудничка на руках. Я, если честно, вообще не понимаю, как обращаться с маленьким ребенком. Что делать будет, Снежана? Угу. Я сегодня вот книгу купила, но там вообще не про это. Надо еще полазить, посмотреть. Кто беременный был и читал какие-нибудь хорошие книги про роды, про как заниматься с ребенком, как вообще купать элементарное даже. Посоветуйте, пожалуйста, я обязательно приобрету. Основы для мамы. Сегодня смотрели в книжном магазине такие красивые альбомчики, но там уже альбомчики идут от нуля, получается, до года, до 5 лет. А я хочу альбомчик, где вот эти все УЗИ собраны, там тесты на беременность. Вот такая вот вся мелочь, чтобы она лежала. У нас даже видео есть, по-моему, на 20 минут, да? Угу. УЗИ. Там все, что нашим они смотрели, малышам. Там записывают. 20 минут дойдет. Мне сегодня вообще на УЗИ показали, как ребенок зевает. Классно так вообще. Уже какое УЗИ прячет лицо ручками.
Не хочет и не любит показываться. Мне сегодня УЗИ сказал. Настоящий мужчина растет. Так, что бы тут еще съесть? И у себя поедаю, и Снежану объедаю. Что-то мне вот этот шашлычок не понравился. Горький какой-то. Горький? Угу. Попробуем. Там жарок. Не жирок даже, а жилка. Я объелась. Все равно мясом так сильно наедаешь сразу. Ну да, достаточно пару кусочков съесть таких хороших. Но остановиться очень тяжело. Ты уже все комментарии прочитала? Да. Как ты быстро. Надо вспомнить, что там еще было, потому что я скринила из-за того, что там много очень комментариев. Очень трудно найти вопросы. И комментарии, про которые написали, что 3 месяца назад мы кричали о том, что не хотим детей. Я уже была беременна, просто я говорила, что относиться к беременности надо серьезно. Нам комментарий какая-то девочка написала. 17 или 16 лет она написала? 17 вроде. Что ей делать? Ей 17 лет, парню 19. С какими трудностями она может столкнуться и что родители еще не знают. Но первое, что, мне кажется, ты должна сделать, это сказать родителям. Потому что, как я думаю, все-таки это все ляжет, а вся ответственность на родителей, потому что вы еще сами можете сказать ребенку. Несовершеннолетняя, да. Объелась. Картошечку попробуем. Я думаю, так рано все-таки не стоит, и это будет, ну, по жизни тяжело. Но если родители помогут, и молодой человек ответственен, то мне кажется... Ну да, если все поддержат, то в принципе... Ну, поддержка 100% нужна. Это будет неплохо. Но родителям надо сказать обязательно. А как чаще всего бывает, это одна сторона там против, родители также, например, там что-то нагнетают. Но это тяжело. Давай не будем запугивать. Да. Может, у вас все хорошо там во всех отношениях. Это же программа какая-то, да? Она очень популярная. Я ни разу не смотрела. «Беременна 16» называется. Да правда 16 беременна, мне интересно. Блин, как по мне, это вообще борщ. Я смотрю в программу. Где я был 16 лет? Я посмотрю программу, и в 14 рожают. Блин, это еще сам ребенок, по сути, да? 16 там лет. Даже 18. Какой-то беззаботный. Зато молодая мама. Ну да. Уже. Ну, я себя лично не представлял бы 18 лет отцом. Где я был? 18 лет. Гулял с друзьями. Беззаботная, легкая жизнь. Ну, и вот даже сейчас все равно, как по мне, беременность — это огромная ответственность, те же самые анализы ездить, даже готовиться там, к этому рождению ребенка. Мне кажется, это осознанно должно проходить. Сейчас это все еще достаточно дорого, да? То есть, где, например, 18 лет брать такие деньги? Ну, на ребенка, скажем, там, да. На УЗИ, на подготовку, на все это. То есть, опять же, это все будет ложиться на родителей. Те же самые витамины, продукты, еда. Я на все вопросы ответил. Укуси. Я не хочу. Кто-то еще писал мне. Укроп, блин. Писали мне? Укроп, нормально. Да? Нормально? Мясо вкусное. Но вот укроп, я не очень люблю укроп. Лучше бы сюда картошечку, чесночка добавили. Что я хотела сказать? Вообще, все вылетает. У тебя булочки без чеснока была? Чесноком, а ты не попробовал? Mm-mm. Я съела и не дала тебе попробовать. Я не очень такие люблю. С чесноком и сыром. А там кетчуп закончился, что ли? Вот у меня сырный соус закончился. Что-то сегодня все валится. Я что-то сказать хотела и забыла. Ладно, о чем мы говорили? Давайте вспомним тогда.
Сейчас возьму, возможно, чаще будет у нас появляться разная кухня. Я фастфуд не хочу есть. От Снежаны раздельно. Потому что я хочу есть какие-нибудь вредности, вкусности. А Снежана их уже не хочет. А вот вопрос был в чем. Когда ты смотришь на что-то в Инстаграме или в магазине, есть желание прям это съесть? Вроде такой вопрос был. А, да, был, я тоже такой читал. Но у меня, если честно, прям такого не было, что я бы разбудила Костю ночью и сказала, принеси там мне шашлык. У меня такого не было. Не было же такого? Да вообще, по поводу еды никаких закидонов таких не было. Мне кажется, это все идет из головы, от вас, то есть... А что мы хотим, мы просто едем в магазин и покупаем. А такого, чтобы я прям ночью проснулась. У меня был один раз, знаешь, что такое? Я ночью проснулась от того, что я безумно хочу есть. Просто безумно. Нет, я не встала, я продолжила спать. Я перетерпела и утром нормально поела. Мне кажется, если бы себя приучала еще по ночам есть, то я бы каждую ночь вставала. Вот я, знаете, пью очень много воды. Я могу ночью воду выпить встать и рано утром воду выпить встать. Ну вот не готовим на неделю вперед, например, и за это получается то, что мы каждый день едим то, что хотим. Вот смотрите, мы сегодня снимаем мукбанг, а у нас в холодильнике паста с курицей и плюс еще кролик тушеный и каша. Вот кто это все будет есть, непонятно, потому что завтра у нас приходят гости друзья, и мы готовим совершенно другое. Так что нам нельзя готовить много, мы не съедаем. На один раз только. Только на один раз. Я весь испачкался. Если честно, я наелся. Ты я будешь тоже, жить, да? Нет. Я даже картошку не хочу. Меня? Я же ел. Я как два тебе? Кусочка съел. Нормальные. Вот некоторые кусочки, где попадается жирок, прям очень вкусно. Что мы сегодня еще делали? Мы кушали в Бенхарс кафе свою любимую пасту с лососем. Паста называется сальмоне тельятелла. Тельятелла, по-моему, да, как-то. Как я люблю эту пасту. У кого в городе есть, попробуйте. Десерт. Какой был десерт? Тоже очень вкусный, очень много орехов. Морковный торт с орехами и карамелью. Это морковный был? Угу. А, да, вот орехи с карамелью, это вообще пушка. Очень вкусный был. Костя еще салат заказывал с беконом, с курицей. И авокадо. С фетой и авокадо. Я укусила немножко, но что-то я в последнее время не очень люблю такие салаты. Ну такой, да, себе салатик. Ну для салата, в принципе, нормально, там много зелени. Мы сейчас снимем видео, и я буду печь тортик на завтра. Шашлык, он вроде пахнет вкусно, но есть его уже неохота. Вот я больше люблю запах шашлыка. Знаете, когда жарят шашлык? Самое вкусное. Мне вот посидеть бы, понюхать, но есть не очень. Я съела 4, наверное, 5 кусочков съела. Он пахнет вкуснее, чем на вкус. Угу. Все, выпьем. Я тоже все допил, все доел, можно сказать, свою картошку. Кстати, вот наггетсы, у них что-то вообще ни о чем, если честно. Какие-то маленькие размером. Они какие-то мягкие, не соленые, не перченые. Они раньше такие... не были? Такие себе, если честно. В других заведениях повкуснее. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Не забывайте написать новые комментарии, поставить лайк. Нам это будет очень-очень приятно. Всем пока. До новых встреч.